Это война! Плакать ню! Это война! Плакать ню! Это война! Плакать ню! Это война! Жор, плакать ню! Жор, плакать ню! Жор, плакать ню! Жор, плакать ню! Последний звонок! Care vrea cu orice preț să se rețină la putere, încearcă prin haos, încearcă prin destabilizare deja să răutățească relațiile noastre cu Federația Rusă. Noi știm că mulți cetățeni de-ai noștri, familiile lor, bunăstarea lor depind de bunile relații cu Federația Rusă și provocatorul Plahotniuc vrea să strice aceste relații. Последнее время провоцирует резкое ухудшение отношений Молдовы с Российской Федерацией. Ему мало того, что он захватил Молдову, ему мало того, что он украл миллиард, насаждая здесь коррупцию, политические репрессии. Он сейчас перешел к нагнетанию международной обстановки. Он готов разрушить нормальные, традиционно дружеские отношения Молдовы с Российской Федерацией только для того, чтобы сохранить свою власть. Плахотнюк – это война! Плахотнюк – это война! Плахотнюк – это война! Плахотнюк – это война! Кому сегодня выгодно, чтобы Рената Усатый опять не мог участвовать в выборах? Конечно же, Плахотнюку, но, к сожалению, и партии социалистов, потому что они все вместе проголосовали за этот проект. В этом проекте законов есть очень много ловушек. Одна из этих ловушек, которая не позволит участвование в выборах, это то, что каждый кандидат должен лично подавать документы в избирательный участок. Вторая ловушка – это то, что каждый кандидат должен предоставить справку от неподкупности. Но мы сегодня знаем, что все органы власти в руках Плахотнюка. И Плахотнюк никогда не выдаст такие справки оппозиции Ренату Усатому. Таким образом, он не сможет участвовать в этих выборах. Жест, Плахотнюк! Жест, Плахотнюк! Жест, Плахотнюк! Жест, Плахотнюк! Выгнали с нашей территории дипломатов, с нашей территории для того, чтобы спровоцировать народ, разделить его и властвовать потом, над нами, над всеми. Сегодня президент нашей, которым мы выразили свою поддержку, должен быть здесь, рядом с нами. Активисты-социалисты, которые так ясно кричали за дружбу с Россией, тоже должны находиться здесь, рядом с нами. Я надеюсь на то, что они одумаются, и следующий наш протест будет совместными усилиями. Нельзя делить сегодня нас. Если мы будем разделены, то властвовать будут они над нами. И нас будут считать всегда за быдло. Пятая агрессия, которая идет в сторону Российской Федерации, эта агрессия направлена только против нашего молдавского народа. Не просто под какой-то одной национальности. Готов стать рядом с